Включи. Всем здорово-здорово, как вы догадались уже по тележке, потому как завели мотоблок, мы поехали в старый дом сейчас. Сейчас как раз заодно протестируем супербороны, которые я делал с цепкой. Короче, взяли еще с собой горчицы, ну, в общем, в этом году решили попробовать как федерат его применить. В общем, сейчас все увидите, давайте садитесь поудобнее. Погнали! Так, ну что, первым делом приступили к навесному оборудованию. Будем сейчас навещать эти. Здесь на эту так, держать. С тобой интересно работать. А? С тобой интересно работать. Сюда этот, у тебя вот болт. Ага. Сюда ИСО нам, тебе, у меня ИСО надо этот. Контрагайка? Не контрагайка. Кстати, как делал вот эту штуку, вот этот домкрат, опрокидыватель, можете посмотреть, ссылка будет в описании. Вот сейчас технику собираем. Все регулировки. Все, да? Что, отпускаем? А это? Ну пока он так, да, сейчас. А так ты как будешь, блин? А? Как за ней ходить? Хуй знает. Ну давай, это, не надо пока, Вовка. Потом отдельно, без культиватора. Давай, заеду, что ли? Я сам буду. Так, вот так не снег. Так.
достаточно здесь. Картошки тоже остается. Вот, подкапываем. В общем, в этом году урожай здесь был неплохой. Так, ну что, огород, короче, прокультивирован. Раскидали мы этот, как его правильно называется, гречиху. Сейчас будем бурновать с помощью этот барон. Что, Валентин Николаевич, давай, выезжай. Приподними. Дай покажу как. Дай покажу. Оп! Давай. Назад. Вадим, давай, снимай вот так вот. О, пошла жара. Так, прошел я первый круг с этими баранами. В общем, все замечательно. Давай я закручу. Да, сейчас, батя. Держи. Пройдет. Короче, что-то закрывает, что-то. Посмотрим сейчас. Первый, наверное, слой будет. Соберет вот эти все. Эти, как его? Грязь. Уже вечереет. Сегодня начали поздно. Пока туда-сюда. Вадим, ладно, пришел. Коронавирус, блядь, будет. Не важно, как тебя обосрали, главное, вы будет улыбнуться вовремя. Ну. Обосрёшься, блядь, на кладбище отнесу, блядь, с коронавирусом, блядь. И, блядь, обосрёшься потом, блядь. Мех мехом, блядь, а? Верх мехом. Ну-ка, Вадимка. Пойдёт? Или чё? Во-во, нормально, да. Да смеялись они, которые некоторые, блядь, на кладбище отдыхают. Ну хули они запустили себе сами, блядь? А где на 17? Больницу хули не идут. Так, здесь регулировочные болты. Все, Вова. Давай, Вадик. Сегодня оператор. От Бога. Ну, начал. Начинается. Здрасте, Свет. Ё-моё. Давай клич принеси. На сколько надо? Наверх, вот этот, на 8, вот эту коробку. А?
Так, ну что, по граблям можно сказать, все замечательно, короче. Все отлично. Единственное, вот у меня здесь был предназначен еще один противовес, но не было его, просто неудобно. Сейчас я вам покажу. Вадик сейчас опять оператор возьмет. Да. И вот отсюда просто снимай. Не бегай за мной, ладно? Ладно. И камеру вот так вот не тряси. Экран, блядь, не дергай, да? Пиздец, опять летел. Ну это к деньгам, хули. Ну что там прикрутить? Ну да. С камнем лучше идет, по-моему, да? Вовка, с камнем как? Камнем как? Не слышу. Побольше надо было ждать. А? Побольше надо было ждать, думаю. Тоже занесли стеклу? Да. Ломбард? Да. Ну и правильно, что ли, машина, да? Ну да. Все равно это поясник уже. Ну да. Нет, ну без обиды просто, как говорится, вы молоко даете, но... Ну да, 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 да. Без обиды? Ты нам, мы вам. Ну и картошку, блядь, и это уже, блядь. А сейчас все на поле. Ну кровь твоя, наверное. Ну, вот, хороший кофе. Самогон? Вон водка была. Водка хорошая. Золотые руки у человека, да? Обе таланты. Валёшки, Вовки. Вовки что? Вовки железки, Валёшки сковородки. Ближе к мясу? Да.
На совесть сделано. Заебись, Вовка. Ты ничего, да? Не-не, ниже, отпускай. Отпускай. Вот. Блядь, тяжелый. Тут, блядь, не диван, не на диване лежать здесь. Ну, блядь, такой вес, если сделать. Блядь, диван, блядь, не нужен. Нихуя. Смотри, блядь, как, блядь, культурно прошел, блядь. Опять что? Не опять от того, да? Ёбаный пенас. Стоп. Вяжешь один тут? Отвяжу. Я унесу. Угу. На. Вот такая хуйня где-то стоит. А где? Где она? Читаю. А, внутри, да? Угу. Это подсоединено, да? Да. Просто питание ему дал или от, а нет, да, от, да. От предохранителя все. Тут винт стоит. Ага. А здесь что тут? Вот там блок, блядь, стоит там. Нихуя там, блядь, там схема пиздец, смотри, чё. Ну, 30 лошадей, блядь, плюс, нахуй, блядь. Прибавляет. Ну, ты почувствуешь? Нихуя сюда нам, блядь, нахуй, блядь. На пятый я тебе говорю, в Таханскую гору, нахуй, ритмя, блядь, нахуй, блядь. Ну, это получает то, что он воздух больше дает, да, да ему? Это не воздух дает, нахуй. А потом, вот эта турбина, вот ее ночью, блядь, сейчас, нахуй, блядь, посмотреть, блядь, нахуй, включаешь, она синим аж, нахуй, блядь, вырабатывает, нахуй, блядь, озон. Нихуя, это Сашка сам сделал эту, да. Шляпу придумал. Угу. Нихуя он голова, блядь. Вещь. Она без проблем ставится к любому автомобилю, как я понимаю, он подсоединяется просто, блядь, да? Ну да, белый поэтому, блядь. А, он там все на термопистолет, да, бля, он там клеил то? Да, нихуя он заморочился. Ну чудно. Охуенно, два дня мы тут строили, блядь, нахуй, не мы. Так вот такой Валентин Николаевич ремонт сделал. Положился? Че? Ты же у нас. Все, да. Сейчас покажу выжившего. Один среди десятерых. Вот он, друган. Вот он какой. Идем сюда. Идем, не бойся, не бойся. Чисто. Идем. Идем, друг.
Че, друган? А? Иди сюда. Иди сюда, животный мир. В начале лета мы их покупали 10 штук. Вот, и из 10 остался вот один. Мясо, конечно, мы попробовали. Вот до этого двоих или троих, наверное, успевали забивать. Начинали поносить, и все на этом. Аппетит заканчивался у них. И, грубо говоря, умирали. Это вот один, молодец. Один. Ладно, все, успокойся, не бойся. Ну ладно, что мы едем сегодня в город, точнее, вот сейчас уже уезжаем. Поэтому всем спасибо за внимание. Вот, всем пока, смотрите продолжение всяких разных деревенских влогов. В общем, будет интересно. Может, отдельно. Видим, кстати, когда распыляется, нервничает, он такие крылья распускает. Конечно, не успел снять все это дело. Сейчас он что-то прям такой стрёмный забился. Сейчас посмотрим. Ай-да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 й